сегодня ветеранские организации, совместно ветераны боевых действий, юнармейцы вместе с Центром занятости Асбестовского городского округа принимают участие во всероссийской акции «Лес памяти». Мы сегодня с ветеранами, с юнармейцами, с работниками Центра занятости будем садить деревья. Эта акция на территории городского округа проводится впервые. Очень приятно, что нас пригласили сегодня принять участие в этой акции. Деревья, мы тоже садили сами лет 20, даже чуть больше назад, когда мы в это здание въехали. Тогда еще в нашем городе была воинская часть, мы позвали солдат, они нам очень сильно помогли. Обсадили всю территорию, всю вокруг здания этими вот рябинами. Рябины бесподобные, особенно когда осень, прямо эти гроздья безумные. К нам в гости приезжайте смотреть, вам очень понравится, честно. Наш коллектив сохранить его, облагородить потом все это сделаем. Очень сильно постараемся. Наверное, будем еще расширять и дальше. Спасибо большое за участие. И вас с великим праздником, с Днем Победы. Ура! Спасибо! 4! Ура! 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 Жители города и все, кто принимает участие в таких серьезных мероприятиях, как посадка сада памяти, троекратное ура! 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 С Днем Победы вас, товарищи! Ура!